И снова здравствуйте, всем привет. Давайте немножко вспомним мультсериал «Аркейн». И вот хочу сделать Экко. Ну, такой типаж у него прикольный. Никогда не делал. Вот именно посмотреть хочется, получится, нет. Так, значит что? Сначала подключаем болваночку. Так, где она? Болванка The Brush. Подключили. Вот с этого будем делать. Он, в принципе, наверное, чем-то уже и будет похож. И вот получилась такая печаль. Меня отвлекли. Я поставил запись на паузу, а потом ее не включил. Вот. Делал, объяснял вам тут, как сделать, значит, Экко. Вот этого персонажа. Даже вот здесь вот рисовал вам, где какие детали у него выходят, как челюсть. Ну, давайте попробую заново повторить, но уже на ускоренном. Печально, конечно, вот такая трагедия получилась. Погнали. Так. Попробую объяснить, как это все дело делается. Так. Импортируем сюда ZBrush болванку. Новая, окей. И вот с этой болванки, значит, давайте делать Экко. Я вам сейчас в краткости попробую объяснить, как я это все делал. Второй раз вот неохота, конечно. Так, сначала мы включаем симметрию. Окей, все это дело, значит, мы ставим детализацию где-то процентов на 40. Все это дело выглаживаем. Так, вот сейчас у меня отказывается. Отказывается работа. Сейчас перезагружу. Так, повторный заход. Не везет мне с этим Экко. Так, ставим симметрию. Включаем ОК. И начинаем кисточкой флатом все это дело преобразовывать. И, так, пардонте. Граб. Все включено. А, так, все. Не та клавиша была нажата. Пробуем. Оно работает. Все, заработало. Это была включена текстура. Так, вот это все дело мы, значит, выглаживаем. Меняем сетку на губах. Смотрим, что у него тут по переходу скулы. Выглаживаем ухо. Так, вот этот висок тоже выглаживаем. В принципе, болванка похожа. Теперь уменьшаем ему шею, потому что шея у него тонкая. И вот здесь тоже ее поджимаем. Так, сзади немножко оттягиваем. Следом, какой у нас вопрос? Вопрос у нас идет вот по этой челюсти. Видите, она у него ровная. Так, губы. Губы у него большие, пухлые. Скула переходит вот сюда, и вот здесь вот у нас мягкие ткани. Короче, получается, здесь ровная часть от носа. Вот, вот этот треугольник. А остальное у него переход. Ну и подбородок скошенный и маленький. Так, погнали. Попробуем все это дело повторить. Значит что? Рисуем сначала скулу. Скулу рисуем кисточкой Drive. Проводим ее. Окей, реклама меня доставать будет. И уводим вот сюда вот так вот. У вас должна получиться вот такая вот штука. Так. Интенсивность поменьше и проводим еще по челюсти вот эту полоску. Следом кисточка Flatten нам в помощь. Все это дело компонуем. Чуть-чуть это все дело приминаем. Смотрим, вроде бы все нормально. Теперь ставим Drive, ставим Clay. И немножко вот так еще все это дело опять же под наклоном.
под углами всякими рисуем. Так. Немножко уводим вот эту часть вглубь, а челюсть, скулу, смотрите, на себя тянем. Во. Получается вот такой переход, все это дело выглаживаем. Здесь тоже делаем глажи, скулу делаем чуть-чуть вытянутый, чуть назад и поровней. Подбородок вытягиваем чуть-чуть вперед. Следом какая у нас штука тут происходит? По рту. Намечаем вот этот рот. Потом отрезаем скулу. Ну, в смысле это подбородок. И начинаем кисточкой драйв без клея все это дело накидывать. Опять же под углами. И проводим под углом вот эту нижнюю губу. Губы вытягиваем вперед и немножко задираем кверху. Нижнюю губу оттягиваем к низу. Делаем ее квадратной. Так, вот эти части сейчас нарисуем. Вот эту часть делаем как бы треугольником. Здесь должен быть паз. Так, это значит мягкую ткань сюда. Скула чуть-чуть уходит назад и поднимается кверху. Вот эта часть повыше. Вот так. Дорисовываем губу. Вот так. И здесь ее делаем побольше. Клеем теперь ее проходим. Опять же под углом. Делаем надрезку. Получается такая у нас губа большая. Снизу выглаживаем. И вытягиваем нижнюю губу еще вниз. Ну вот так вот. Опа. А эту губу поднимаем выше. Получается у нас должна получиться вот такая вот заготовка. Вот. Губы большие у него. Скула чуть побольше. И вот эта часть над губой тоже надутая. Скулу чуть-чуть уводим вглубь, чтобы получилось у нас так, вот такая вот волна. Вот такая. Так, мусор. Теперь нос у него толстый. Видите, сейчас вот он нос. Он у него острый, маленький. Ну, как у негра, да? И губа высоко к носу подтянута. Накидываем, значит, нос. Сначала выглаживаем, меняем сетку. Накидываем нос и уводим его вот таким вот образом вширь. Но нос, понятно, все намеченный. Вот эта часть еще больше должна быть. Вот она. И она у него переносится чуть удавленная, а нос картошкой. Губы чуть-чуть вперед и чуть-чуть нижняя вниз. Вот так. Следом сдавливаем. Так, я вообще пишу. И через Alt вдавливаем глаза, только без клея. А вот побольше вот так вот делаем паз.
Вот таким вот образом. Прям поглубже делайте, потому что когда сетка изменится, ZBrush, лучше пусть будет там большая пустота. Ну и опять же, вариант какой, что веки удобно делать. Делаем надрезку, значит, с этой части. Здесь делаем треугольник к носу. Так, нос отбиваем полосу. Смотрите. Отбиваем вот эту полосу треугольником. Уводим на веко, и здесь должна быть вот такая выемка. Рисуем ее клеем. Пардонте, это что? Фризом. И рисуем эту полосу, чтобы отбить веко. Сейчас будем веко рисовать. Вот. Нормальная штука. Получилось. Опускаем, значит, веки. Глаза у него большие. И утопленные вот сюда, вот так. Оп. Здесь сглажено у него. К этой части к скуле. Вот такая получилась заготовка. Теперь чуть-чуть веки еще поднимем, переносицу чуть-чуть опустим. Так. И у виска вот эту височную часть отведем в бок. Где находится височная часть? Височная часть находится вот так, она полукругом. Вот. Мы ее сейчас наметим и давайте немножко поднадуем. Когда вы где-то что-то проводите, вот так вот полосу, и рисовать начинаете, эта полоса так и остается. Вот в этом кайф вот этой вот скульпты с Альфа 6. Так, есть такое дело. Чайник, видите, голова большая. Это не есть гуд. Давайте его теперь немножко все это дело поуменьшим. Лоб у него плоский. У негров лоб всегда плоский. И вот здесь вот тоже раз. Уходы, переходы. И заднюю часть тоже довыравниваем. Так. Шею выглаживаем. Словом, все выглаживаем. Компонуем тут вот эту вот всю часть. Выглаживаем низ шеи. Сейчас тут будет кадык. Так, с ушами. А, так давайте ноздри еще. Ноздри у него вытянутые. Это опять же кисточка Drive. И выходит через Alt. И вытягиваем ее так вот полосой. Не круглой, а именно вдоль. Вот так вот. И побольше. Они, у негров ноздри большие, они воздуха им не хватает. Так, намечаем теперь ноздрю. Так вот. Нос отбиваем. Отбиваем нижнюю эту часть. Тут сейчас будет века полосой. Так, что еще? Ну, здесь выглаживаем. Так, и добавим еще сейчас вот. Здесь вот надрезка идет. В губе. Но ее не видно у него. Она у него тут гладкая. Это сыграем за счет растяжения вот этой губы и носа. Нос надо посадить поближе туда, к голове. Почему? Ну, чтобы он именно был толстый и растянутый. Вот так это дело происходит. Нос чуть-чуть вдоль. Так, здесь. Так, это я зря сделал, наметку убрал. Так, теперь что у нас получается? Скулы. Скулы чуть-чуть еще побольше тогда. Сейчас глаза получились побольше. Чуть-чуть глаза уменьшаем. Ну, вот такой вот персонаж получается. И теперь по ушам. Делаем уши через Drive, через Alt.
Делаем вот так вот пас. Шифтом все выглаживаем. И желательно все это дело теперь растянуть. Так, это у нас драйв. Вытягиваем. Уши у него должны чуть-чуть быть большеватыми и выступать. Так, здесь вот чуть-чуть, значит, скулу удавливаем, подтягиваем кверху. Вот такой получается персонаж. Так, по ушам. Уши у него вывернутые чуть-чуть. Вот, они должны торчать. Вот эти части смягчаем. Таких переходов больших не должно быть. Что еще у него? Вот эту часть нужно немножко к низу потянуть, чтобы она была именно надутая. Вот. Вот так вот. Ну а здесь вот добавить вот этой массы. Это уже клеем. Вот сюда. Вот таким вот образом накидываем, штрихуем вот эти вот черты лица. Так. Ну вот получается что-то в этом духе. Жалко, что ролик пропал. Ну вот такая получается наметка. Веки как делаются? Можно сделать их ZBrush ставить, но я их тут делал именно используя Ctrl, маскировал вот так вот части. Делал Ctrl-I и потом с помощью кисточки драйв без клея все это дело вот так вот накидывал. Вот. Теперь Ctrl, левая кнопка мыши, немножко шифтом выглаживаем, чтобы изменить сетку, и драйвом аккуратненько все это дело вытягиваем сюда. Вот. Так, теперь все это поднимаем, нижнюю тоже опускаем, компонуем вот эти, значит, веки. Ну а здесь помощь уже Крис. Надрезочка, подрезочка, наметка, вот эта мягкая ткань, часть. Отбиваем, значит, переносицу. Можно даже побольше поставить, вот, чтобы рисовало больше. Теперь отбиваем вот эту верхнюю часть. И отбиваем вот эту мягкую часть. Мягкая часть накидывается масса. Опять же штрихом в разные стороны, так она лучше будет накидываться. Флаттеном выравнивается, значит, наша века. Уплотняется и сетка. Возможно даже поставить больше детализацию, включить варфрейм, чтобы века уже... Ну, нормально получилось. Лог-план. Что-то у меня сегодня, значит, с этим персонажем загвоздки. Ну, вот где-то можно сделать сетку поплотнее. Допустим, на носу где-то ее можно сделать поменьше. Ну, такое получается. На губах лучше сетку делать, допустим, побольше. Ну, вот такой был процесс. Конечно, я тут больше объяснял, как вот эти вот веки выходят, мягкая вот эта часть, форма бровей, треугольник, отбивка носа, ширина носа, вот она, и высота губ. Нижняя больше, верхняя поменьше, и вот эти мягкие ткани с пазом, вот здесь вот выемка идет. И это вот выходит все. Вот она, часть вот эта, это получается скула. Здесь уже губная надутая, подбородок срезанный, маленький. И ровная полоса скулы. Ну, вот такой вот персонаж, вот угол носа, видите какой. И нос
принципе, ровный. Ну, вот так он и есть ровный. Единственное, что можно теперь драйвом чуть-чуть еще его присадить. Чуть-чуть вот эти вот брови увести, переносится назад, а брови подать вперед. Вот это, создать угол. Вот этого значит угол черепа, вот этот, ну, вот эту часть. И получается вот в принципе то же самое, ну, на скорую. Но в принципе получается то же самое. Ну, тут аккуратнее, конечно. Смотрим, какой, как выглядит этот персонаж. Рабочий стол. Ну, этот персонаж, вы видите, что аккуратнее и уже больше на него похож. Ну, вот такая вот незадача. Ну, следующие персонажи по Аркейн, думаю, такого косяка я не упарю. Так, вот этот болванка будет на скачивание в группе. Для, если кому-то понадобится его доделать, кто-то захочет, там можете его найти, вот эту болванку. Там есть уже и Джейн, или как она называется, и Силка, по-моему, да. Там уже они выложены. Все, всем пока, до свидания.